Что же вы там увидели, Семен? Успех. Взаимодействие и работу, тяжелую такую работу. Лиза, да, Дмитрий Яковлевич. Будьте любезны, покормите, пожалуйста, Жужу и принесите молодому человеку... Да просто в водичке. Кофе. Натуральный. Не эту вашу растворимую гадость, пожалуйста. Хорошему сотруднику нужно создать чувство комфорта и уверенности в завтрашнем дне. Я правильно говорю? Ну, да. Сделаю, Дмитрий Яковлевич. Это, Семен, твоя карьера, готовая к стремительному взлету. Это... Да ладно, расслабься, хороший проект. Собрать всех этих разом удивил. Молодец. Да я как... Большое спасибо, Дмитрий Яковлевич. Хотя это же как... Моя работа. Знаете, все так придумать, чтобы мы все туда. Знаешь что, Семен? Ты сам на сцену не иди. Не надо. Пускай Лачугин говорит. А, кстати, как ты умудрился его из отпуска вытащить? Что? Что? Доверие. Кстати, насчет продуктивности. Вот характерный пример очень трудолюбивого и крайне бесполезного создания. Миллион лет эволюции прошли совершенно напрасно. Ничего лучше этой стекляшки ему не светит. Ну, пускай верит в себя и не сдается. Так, о чем это мы? А, я же Лачугину звонить собрался, да. Слушай, чтобы он ради семинара со своих лыж соскочил, в жизни бы не поверил. Алло. Каких лыж? Тимофей Игоревич, привет, это я, да, ну как сам. Отдохнул, лыжник, да? Акклиматизацию будем проходить на рабочем месте, да? Как на отдыхе? У тебя что, тихий час? Слушай, а Семен сказал, что тебя вызвали. Я ему еще не звонил. А как же семинар? Он про него пока не знает. Какой семинар? Ладно, Тимофей Игоревич, я тебе перезвоню попозже. Я тут пока с другим лыжником пообщаюсь. Можно я все объясню, пожалуйста? Ладно. Попытайся. Я откуда знал, что Тимофей в отпуске? Я был, ну, в проект погружен. Я сегодня хотел всем разослать... Сегодня всем разошлешь, да? Ну, да, конечно, как я мог без того, что вы сказали там «да», а вы, вон, человек, ну, занятой. Скажи, Семен, а кто еще из этого списка знает о твоих гениальных планах? Ну, просто они прямо сейчас все и должны были узнать. Ну, вот вы же знаете, правильно? А вас в списке нет. А Семен знает, Семен это я. Антон знает. Ага, его нет. Ну, так он там и не нужен. А давайте я вас в этот список включу. Ты для начала, Семен, голову включи. Кто, когда и как будет реализовывать твои идеи?
доверие. Что? Я говорю, вон там на картине символ. Доверие, говоришь? Здесь, здесь? Да нет, пониже немножко. А, ниже здесь? Или здесь еще? Доверие, говоришь, да? Вот тебе доверие. Доверие, да? Доверие. Доверие, Семен, надо восстанавливать. Ты меня понял? Семен. Доверие, Семен, надо восстанавливать. А, Тимофеевич, ну что? Нет, нет, никуда лететь не надо. Катайся дальше, отдыхай. У нас Семен на повышение идет. Ну, конечно, работать будет за семерых, да. Ну что, сам же вызвался, конечно, да. Он же у нас трудоголик. Не поверите, но наша история основана на реальных событиях. Ну, может, приукрасили немного. Это же кино. Не знаю, чем закончилось в действительности, но у нас, безусловно, все сделали нужные выводы. Семен разрулил ситуацию и договорился с коллегами об их участии в проекте. Он понял, что нужно постоянно работать над тем, чтобы тебе доверяли. Не подумал. Принес руководителю несогласованное с другими предложение. Кому из коллег это понравится? Одним необдуманным действием можно легко разрушить доверие с коллегами и с руководителями. Потом так сложно его восстанавливать. Вы спросите, что изображено на картине? Понятия не имею. Начальник ругается, что я над всеми подшучиваю. Может, это отпуск? А, и самое главное, после долгих поисков Жужу нашлась. И да, Жужу — это девочка.